Формат новогоднего семейного карнавала давно стал традиционным. Сначала театрализованное представление, которое подготовили участники клуба молодой семьи, а потом конкурс карнавальных костюмов. И вот в этом дефиле могут принять участие детки, ну, с самого рождения. То есть для них специальная номинация у нас есть, называется она «Киндерформат». Дети постарше вместе с родителями могут проявить свою фантазию и творческие способности в нескольких номинациях. Карнавальный креатив, сказочный персонаж, бабушкий сундук и символ года. Жюри оценит оригинальность идеи и мастерство исполнения костюма. Каждого ребенка ждет небольшой, но сюрприз. А самое главное – хорошее настроение. Ведь правильно говорят, с каким настроением ты встретишь Новый год, так и проведешь следующий год. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы настроение у всех было хорошее. Очень хочется, чтобы всем людям в следующем году обязательно повезло. Все желающие могут присоединиться к новогоднему представлению и принять участие в конкурсе карнавальных костюмов. Подробности можно узнать по телефону 99 108. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.